Какой хозяин, такой двор. Пусть это даже двор многоквартирного дома. Если все жильцы объединят свои усилия, то каждая дворовая территория в городе может стать уютным уголком. Жильцы дома 7/3 по проспекту Текстильщиков понимают это и на протяжении многих лет стараются своими силами преобразить свой родной двор. Красивый и ухоженный – результат совместной, долго кропотливой работы. А все началось, когда жители решили создать совет дома и тратить деньги туда, куда нужно им самим. Первоначально нужно вычислить тех людей, которые инициативны и неравнодушны, сбить их в команду и все, и начать работать. Вот мы работаем 9 лет. Расставили приоритеты. Начали с крыши, с подвала. И вот как бы вот эти вот как бы у нас приоритеты, они вот постоянно менялись. И, соответственно, капитальный ремонт, текущий ремонт, все это вот двигалось. Команда собралась очень сильная. И по первому зову, в 2012 году у нас был совет дома организован, а в 2013 году, когда мы уже козырьки поставили, когда крышу уже сделали и завезли землю, чтобы вот эти вот как бы посадки сделать. И вот из моего подъезда 4-го вышли все. Отремонтировали козырьки, крышу, во дворе появился новый асфальт. За качеством внимательно следила председатель совета дома Алла Васильевна Филимонова и все соседи. По одну сторону ухоженные цветущие клумбы, по другую – хвойная аллея. Стараются активисты не только для себя прогуляться по уютному двору, желающих много. Позаботились и о асфальтированной дорожке к магазинам. Во многом помогают власти города. Дом 7/3 по проспекту Текстильщиков – участник нескольких федеральных программ. Почему бы не пользоваться вот этим возможностью? Ведь такого же никогда не было, чтобы нам, собственникам, предоставили как бы возможность, ну, наверное, участвовать вот в данном случае вот для создания комфортного жилья, ремонта и так далее. Мы участвовали в нескольких программах. Первая программа была программа софинансирования. Мы попали как раз в 2013 году. Это по ремонту, капитальному ремонту крыши. Потом мы участвовали в программе по благоустройству территорий, вот комфортное жилье. Это сделали вот как бы в данном случае площадки, вот эти скамейки. Уютно в подъездах. Здесь также чисто и ухоженно. За чистотой присматривают и помощники ЖЭКа, клининговая компания. Стены украшают разноцветные детские рисунки и картины. Повсюду вазы с цветами. Чувствуется, что все сделано со вкусом и любовью. Воспитывать нужно будущее поколение детей и внуков именно вот в любви к своей родине. Я бы хотела, чтобы наш город преобразовался дальше, более красивый, потому что действительно он меняется. И меняется вот с каждым годом, становится все красивее и лучше. Вот. И хотелось бы, чтобы это привлекало молодежь, чтобы они оставались после учебы, приезжали опять как бы вот в наш город. Создать благоприятную атмосферу для всех жителей – чрезвычайно благородная задача. И она посильна только дружному коллективу. И, как известно всем, главное – желание сделать мир вокруг себя лучше, чище и уютнее. Анна Шуркова, Василий Обухов, Ленинск ТВ.